Здравствуйте, меня зовут Анастасия, я врач-педиатр проекта «Акушерство клуб». Сегодня я хочу вам рассказать, как помочь ребенку дома, если он выпил моющее средство. Что же делать в такой ситуации, как помочь ребенку? Давайте представим, что это ваза, желудок ребенка. Что же будет, если он проглотит моющее средство? Вот оно попало в желудок. Первая реакция любого взрослого – как можно скорее дать ребенку много воды, чтобы разбавить это. Да? Что же будет, если добавить воду в желудок, где моющее средство? Образуется пена. Причем чем больше мы наливаем воды, тем больше образуется пены. Поэтому выпаивать ребенка большим количеством воды, если он проглотил моющее средство, не надо. Второе действие, которое очень часто родители хотят сделать, это вызвать у ребенка рвоту. Это средство очень хорошее, но не в этом случае. Если мы будем вызывать у ребенка рвоту, у того ребенка, который проглотил моющее средство, то активное сокращение желудка приведут к тому, что образуется очень много пены. Эта пена будет подниматься выше, будет проходить через пищевод, и во время рвоты ребенок может задохнуть эту пену. Именно это и опасно при отравлении моющими средствами. Поэтому рвоту вызывать не надо. Поехали. Мы можем дать ребенку препарат семитикона в возрастной дозировке, указанной на препарате. Но самое главное, конечно, не помощь ребенку, когда уже это случилось, а предотвращение. Поэтому мы, взрослые, должны всегда помнить о том, что это опасно. И прятать те же шампуни, средства для мытья посуды, мыльные пузыри, так, чтобы ребенок не мог до них дотянуться и выпить. Так, мы дали ребенку нашему препарат семитикона. И посмотрим, подействует ли он. Как видите, при встряхивании уже не образуется так много пены. Ну вот пена потихоньку оседает, и уже при активном встряхивании не образуются новые пены. Ну и если подождать некоторое время, то пена это полностью спадет. Помните, если ребенок выпил мыльный раствор, нельзя вызывать рвоту и нельзя давать ребенку большого количества воды. Нужно дать пеногасительный. Так, с вами была я, Анастасия Турчинская, мама двоих детей, врач-педиатр проекта «Акушерство клуб».